«Спартак» в этом матче победил со счетом 1-0. Мяч забил Василий Кульков. Игра проходила напряженно. Было много интересных, иногда спорных моментов. Но судейская бригада принимала, на мой взгляд, всегда правильные решения. А сейчас вернемся к проблеме зрителей. Совсем еще недавно на матчах тбилисского «Динамо» все 75 тысяч мест были заполнены. Сейчас даже на игре с лидером присутствовало около 35 тысяч болельщиков. Та же картина и на других стадионах страны. Думаю, что здесь дело не только в том, что некоторые команды стали играть хуже. Просто во многих городах стали забывать о зрителе. Где болельщик может интересно провести время до начала игры на стадионе? Где достаточное количество буфетов? Где назначается специальный транспорт для посетителей стадионов? Где построены за последнее время козырьки на стадионах, защищающие болельщиков от солнца, дождя и снега? На все эти вопросы ответ отрицательный. И вот поэтому, наверное, на мой взгляд, по трибунах все больше и больше свободных мест.